eravamo insieme in Francia perché stavamo facendo dei sopralluoghi per una sceneggiatura che stavamo scrivendo. Quando abbiamo avuto la notizia della morte di Anna Politkovskaya, quella morte ci ha veramente molto molto colpiti e non abbiamo pensato subito di fare un film su di lei, ma poi era quasi necessario, quasi un dovere. В 1993 году правительство приняло решение приватизировать институт, который занимается противоракетной обороной, что само по себе является полным абсурдом. Подобное предприятие не может быть в частных руках. Un grande fascino dovuto alla sua conoscenza dei fatti, al modo passionale come in cui univa la passionalità, cioè la partecipazione, la compassione e il rigore dell'analisi. К первых ее материалов он был посвящен залоговым аукционам, когда за бесценок практически раздавалось достояние страны людям, которые вовремя оказались у кормушки. Это бывшие комсомольцы, партийные деятели, КГБшники, там, представители силовых структур. Начались всевозможные там вот эти чеченские кампании. Она запрыгнула на этого борзого коня, вот, и поскакала, ее было уже трудно остановить. По приглашению Европарламента выступать в Европарламенте в этот же самый день, когда, в этот же самый час, когда выступал Берлускони, только ради одного. Чтобы, вы знаете его позицию, когда он стал адвокатом Путина, да? И сказал, что это все врут журналисты о Чечне. Я буду рассказывать о том, что, так сказать... dove era stata invitata dai parlamentari europei dopo che Berlusconi, allora presidente di turno dell'Unione Europea, aveva dichiarato la Cecenia è un'invenzione dei giornalisti. Он не оскорбил журналистов. Он просто приговорил к смерти других людей, которые будут погибать у нас от теракта. Своей позиции. В чем проблема? В том, что Путин зациклился на своей позиции по Чечне, не хочет ее изменить. Эта позиция ведет к продолжению терактов у нас в стране. Берлускони его полностью поддерживает. Вместо того, чтобы подействовать на него, да? Как мы понимаем. Таким образом, он поддерживает политику продолжения терактов и гибели людей. Поэтому я считаю позицию Берлускони просто кровавой и преступной. И по-другому считать не могу. А деятели наверху, вот эти наши VIP-лидеры, они все играются до сих пор. Они играют в дружбу, в то, как они любят друг друга. У них такая компания весьма далекая от нас. Но... они должны знать, что всему этому приходит конец. И что когда будет международный уголовный трибунал, а он, безусловно, будет по Чечне, рано или поздно он состоится. И Берлускони войдет в историю как человек, поддержавший преступников. Вот и все.